Онлайн-экзамен по поправкам в Конституцию. В нашем регионе запустили пилотный проект «Гражданский экзамен Владимир». Главная цель – дать жителям области проверить свои знания и развеять заблуждения о поправках к основному закону страны. Экзамен включает в себя 55 вопросов. Они касаются практически всех поправок, вынесенных на общероссийское голосование. Первым попробовать пройти экзамен предложили юношам и девушкам. Презентация проекта «Гражданский экзамен» прошла во Владимирском филиале Президентской академии. В обсуждении проекта поучаствовали заместитель председателя законодательного собрания, директор вуза Вячеслав Картухин, первый зам губернатора Александр Ремига, члены общественной палаты региона, молодежной думы, руководители ведущих общественных организаций области. Как отметил вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин, онлайн-экзамен – доступная и полезная площадка. С ее помощью можно получить ответы на все свои вопросы и развеять сомнения. Самое главное, чтобы вот информация дошла до пользователей социальных сетей, чтобы они активно включились в этот процесс. Конечно, мы будем смотреть, как будут идти обсуждения и так далее, но я думаю, что вот мы едины с вами, что это действительно вызовет достаточно неподдельный интерес, и кто-то для себя что-то и новое подчеркнет обязательно, кто-то глубже посмотрит на вопросы как раз по праву в Конституцию. Напомним, 1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Чтобы помочь гражданам разобраться в сути поправок, был разработан онлайн-экзамен. Изменения в основной закон назрели давно. Действующая Конституция, принятая 27 лет назад, уже устарела. Так, к примеру, поправки обеспечат гражданам России социальные гарантии. Это значит, никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи. Нововведение обеспечит условия для гармоничного развития ребенка, поддержит традиционные семейные ценности. Брак как союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим, доверие и заботу нескольких поколений семьи друг о друге. Ну и еще раз просим активно принять участие в этом мероприятии, ну и соответственно, чтобы по максимуму людей узнали, поучаствовали в экзамене, ну и, соответственно, приняли решение по итогам полученных знаний. Пройти тестирование может любой пользователь. Адрес гражданского экзамена в интернете вы видите на своем экране. По итогам экзамена каждый зарегистрировавшийся участник получит именной сертификат и подробную справку по изменениям в Конституцию Российской Федерации. Итоги тестирования в регионе эксперты обсудят в конце месяца.